Здравствуйте, дорогие мои соотечественники. Вот это вот краб, приготовленный в форме с розмарином. Это такая вкуснятина, которую делают в ресторане Альгамберо в Лидо ди Езоло, Кортелаццо. Смотрите, какая вкуснятина. Это ужин. Этот ресторан, он открыт даже зимою, весь год открыт. А здесь очень много клиентов все время. Сегодня понедельник, дождь, поэтому мало народу. Вот такие вот рестораны рыб, типичные. Типико Венето называется. Официанты ходят в масках. Устрицы с кампи круды. Я уже съела сырые. Теперь буду вот это. Вот такая вкуснятина. Всем приятного аппетита. С вами Жасминка Витаминка.